Жень, ты меня слышишь? Жень! Жень, ты с ума сошла? Открой дверь, что ты делаешь? Ой, нет, сюда! Не трогай меня! Ой, Господи! Нет! Выстрела. Первый в спину, второй, он же контрольный, в голову. Кто сезон охоты открыл? Стреляли из охотничьего ружья. Что за дичь? Вот Петков Артем Игоревич, 25 лет, вот документы. Свидетель есть? Да какие свидетели? Слышать слышали, а вот видеть никто ничего не видел. Слушай, а точное время убийства известно? Нет, вот, пожалуйста, все на месте. Деньги, документы, часы. Ну, значит, целью убийства была не нажива, а личные мотивы. Или кому-то просто нравится убивать. Ну, убийство тоже может быть личным мотивом. Ой, сомнительное удовольствие. Согласен? Согласен, согласен. Артем Петков месяц назад подозревался в изнасиловании. Сколько было потерпевших? Одна. Некая Евгения Воронцова, она написала заявление в Следственный комитет. Они были знакомы? Встречались. На одной из таких встреч все и произошло. Ну, судя по тому, что Петков остался на свободе, обвинение было снято? Да, я забрала заявление. Точнее, написала новое, что все по доброй воле было. А как же все вот это, гематомы, ссадины? А я же люблю, что все пожестче было. Артем все следователю объяснил. Вы зачем пришли? Чтобы пожалеть меня? Узнать, что было на самом деле. На самом деле? Да вы хоть знаете, что было на самом деле? Я каждый день в каждом кабинете говорила, что, куда и как. А зачем? А противоречия искали. Вы же нам вчера сказали, что вас схватили за левую грудь, а потом стянули трусики. А сегодня сказали, что зажали грудь между пальцами. Вам предлагали договориться? Только этим и занимались. У Артема в Следственном комитете какой-то родственник работает. Все на тормоза спустили. Еще же у меня моральное поведение. А в чем это выражается? А я же в ночном клубе танцую. Мы же там все проститутки. Что-то редко ты ко мне заходишь. Не хочу к моргу привыкать. Суеверие. Мне как-то с живыми интересней. Но все равно, поговори ты приходишь о мертвых. Сейчас из всего разнообразия трупов меня интересует только один. Артем Пятков. А это очень интересный экземпляр. Выстрел в спину, повредил позвоночник, парализовал жертву. Рана сформирована дробью, но вокруг отложения копоти и пороховых ядер. Стреляли с расстояния не более метра. Я тебе тут приготовил дробь. Одна вычищена из головы, а другая из тела. Или наоборот, вот эта вычищена из тела, а та из головы. Впрочем, какая разница, она везде одинаковая. Да ладно, я пошутил, она вся подписана. Бери. А. У вас забинтована рука? Вы резали себе вены? Меня изнасиловал человек, которого я любила. А менты заставили забрать заявление. И оказалось, что я беременна от этого насильника. Но вы выжили. Меня Ирка спасла. Если б не она, я б уже... Не подходи! Я убью тебя! Не подходи ко мне! Вася, милая, милая моя хорошая, это я твоя сестра, я самый близкий человек. Я самый близкий человек, Жень. Жень, дай мне... Я не хочу больше жить! Господи, вот так молодец! Я
Девочка моя. Господи, господи, Милана, ты порезалась. Ты порезалась. Так, сейчас мы замотаем. Ручку замотаем. Давай, идем. Идем сюда, моя хорошая. Идем, идем. Иди, давай. Аккуратненько, так. Так. Вот хорошо, вот молодец. Вот умничка. Милая моя хорошая. Хорошая моя дорогая. Зачем ты это сделала? Зачем ты это сделала? Скажи мне. Я беременна. Господи. А Ирина, это кто? Допустим, это я, ее сестра. А вы кто? Федеральная экспертная служба. Майор Круглов. Тоже хотите историю про изнасилование послушать? Как вы все задолбали. Вчера Артем Петков был застрелен. Собаки, собачья смерть. У вас есть ружье? Вы что, хотите на нас всех собак повесить? Я хочу осмотреть вашу верхнюю одежду. Пойдемте. Вы думаете, это мы его убили? Где вы были вчера, в 16:20? Вообще-то у меня подготовка к ЕГЭ. Я была на курсах. А вы? Я в больнице. Аборт делала, чтобы не рожать от этого ублюдка. Что вы там ищете? Следы пороховых газов. Если вы стреляли из ружья, они останутся на вашей одежде. И что? Ничего нет. Галина Николаевна, проверили алиби сестер Воронцовых. Старшая действительно была в больнице. А Ирина? А Ирина чуть занятий не сорвала на курсах. Ну, по словам Круглова, она девушка боевая. Преподаватели говорят, как раз совсем наоборот. Обычно тише воды, ниже травы. А тут как с цепи сорвалась. Выражение образное, но малоописательное. Вела себя вызывающе. Сказала, что ЕГЭ ей не нужен, что все равно написать его не будет. Куда же она без ЕГЭ? Извини. Полковник Рогозин, слушаю. Поняла. Оцепите там все и никого не подпускайте к телу. Кого-то убили? Девушку во дворе жилого дома. Это опять Долгоозерск и опять тот же почерк. В подмосковном Долгоозерске двумя выстрелами в упор убит 25-летний Артем Петков. Ранее Артем обвинялся в изнасиловании Евгении Воронцовой. Однако девушка отказалась от обвинения. Следствие подозревает в убийстве Петкова Евгению и ее 16-летнюю сестру Ирину. Но у обеих сестер алиби. Вскоре в Долгоозерске двумя выстрелами из охотничьего ружья убивают неизвестную женщину. Те же два выстрела. В спину и в голову. Погибшая Авдеева Маргарита Борисовна, 86-го года рождения. После первого выстрела она проползла несколько метров. Стреляли в 21:10, все соседи слышали выстрелы. Кто-нибудь видел убийцу? Из живых никто. Мертвые, как обычно, промолчат. Ну, да они вообще такие, из них ни одного живого слова не выяснишь. Я, собственно, не об этом. Там на подъезде есть камера видеонаблюдения, может, преступник попал в поле ее зрения. Ты видео уже изъял? А меня уже здесь нет, я уже его изымаю. Костя, Костя. Все, я уже его изымаю, все. Несколько месяцев назад Маргарита Авдеева обвинялась в наезде на 7-летнего Федора Дивеева. Мальчик жив? Погиб на месте. Черепно-мозговая, множество переломов. Водитель скрылся с места ДТП. Со слов свидетелей, машина летела с огромной скоростью. Водитель — это Авдеева? За рулем сидела девушка, она похожа на Авдееву. Но через несколько часов она, ну, то есть Авдеева, пришла в полицию и заявила об угоне своего автомобиля. Стандартная практика, чтобы избежать ответственности. Разбитую машину нашли во дворе за несколько кварталов от места ДТП. Все отпечатки пальцев на руле, на дверях, все было стерто. Эту тварь оправдали в суде, потому что у нее муж замглавы администрации Долгоозерска по строительству. Большой человек. Для вас, может, и нет.
А у нас все суды пляшут под дудку местного начальства. В нашем городе все покупается и продается. Василий Николаевич, вы кричали на суде, что доберетесь до убийцы своего сына. Мало ли что не скажешь в горячке. В горячке, конечно, только горячка стала былью. Вот, посмотрите. Вы меня арестуете? Пока только ваш компьютер, если позволите. Берите, что хотите. Только я эту сволочь не убивал. Разберемся. А из города не уезжайте пока. Это запись наблюдения со двора дома, где убили Маргариту Авдееву. Только... Бракованная запись? Сами все увидите. В общем, да. Кое-что из этого можно выжить. 21.09. К дому подъезжает какая-то машина. Видим свет ее фар. Вот это выстрел. Сработала сигнализация. Машина остановилась, поехала назад. Думаю, что водитель испугался выстрелов. Ну-ка, останови. Водитель что-то выкинул из окна. Похоже на окурок. Летит и горит. Ну-ка, покажи, куда он упал. Ладно, пошел искать. Будем надеяться, что двор еще не убирали. Дробь из тела Авдеева идентична дроби из тела Петкова. Металл, состав, примеси – все идентично. А следы пороха? Один к одному. Идентифицировать ружье мы не можем, но патроны из одной партии. Фабрику изготовителя можем установить? Ищем, Галина Николаевна, ищем. Но, скорее всего, стрелял Василий Дивеев, отец сбитого мальчика. Это еще почему? Несколько дней тому назад он сидел на оружейных форумах, искал, как можно купить охотничье ружье в обход магазинов и без регистрации. А это возможно? Конечно, Галина Николаевна, это даже недорого стоит. Да я не успел это ружье купить, заболел. Кто-то меня от греха отвел. А так бы что, застрелили? Я разговаривал с людьми, которые видели, как она убила моего сына. Она смотрела свою машину, потом подошла. Она даже скорую не стала вызывать. Просто села и уехала. Вчера вечером где были? Дома лечился. И кто-то это может подтвердить? Конечно. Каланхоэ. Это же цветок такой. Он у нас в подъезде стоит. Я листок у него оторвал. Сок каланхоэ закапывают в нос. Он раздражает слизистую оболочку. Зачем он раздражать? Чтоб прочихаться, нос прочистить. Дивеев болел, не хотел выходить на улицу. А в доме от насморка у него ничего не было. Ой, ерунда какая-то. Не ерунда, а народное средство. Меня мама так лечила, я цветок крокодила называл. Попробуй. Да какое-то шарлатанство. Ты попробуй. Ладно, попробуй, все равно ничего не будет. Ну ты попробуй. Да пробую. Ну пробуй. Ну я же говорил, ничего не будет. Будь здоров. А что с ним, просудился? Ничего, ничего, это шарлатанство. Будь здоров. Пойдем в коридор поговорим, пока он нас тут не заразил. Когда я поднимался в квартиру Дивеева, цветка в подъезде уже не было. Это какой-то другой цветок? Да нет, почему? Тот самый. Хозяйка цветка решила украсть подъезд, а гады-соседи стали отрывать кусочек за кусочком. А, боялся, что весь оборвут. Ты посмотри, что с ним можно сделать. Ну, кажется, все. Можно заходить. Будь здоров. Дихнув, я тебя убью. Вот сейчас я прочихаюсь и убью. Подожди его убивать. Пусть сначала с цветком разберется. Ты мне скажи, это помогает? Не веришь? Я в таблетки верю, а это все знаешь... Шарлатанство. Ну, что-то типа того, да. Его в нос закапывают, чтобы нос прочистить. Мракобесие. Не веришь, ну сам попробуй. Попробуй.
Нет, я попробую. Вы знаете, что я нюхал в жизни? Мне это как слону дробина. Ты это попробуй. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Ладно, парни, я пойду в другое место поработаю. Заразился. Машина стояла здесь. Бросил туда. На цветке остались поджировые следы Василия Дивеева. Но это ничего не значит, что он мог оторвать лист когда угодно. Я изучил пленку, образовавшуюся на месте отрыва, и сравнил с пленкой там, где мы отрывали контрольный побег. И у тебя есть скорость? Зарастание. Я понимаю, термин ненаучный, но по смыслу все правильно. Ну и что получилось-то? Получается, Дивеев оторвал отросток между 8 и 10 часами вечера, а Авдеева убили в 21:10. Значит, Дивеев во время убийства был дома? Ну, с учетом времени на дорогу и того, что у него нет автомобиля, можно считать, что у Дивеева алиби. На окурке, которого нашли около дома, осталась слюна. Ну, я все понял. ДНК базы, кто он? Одну секунду. Грачев Виктор Викторович. Что он совершил? Невин, как младенец. Ну что, умер, что ли? Нет, около года назад он подозревался в изнасиловании. Проводилась генетическая экспертиза. И как? Невиновен. Но память о нем навсегда сохранилась в наших базах. Мужик, ты чё? Ну-ка, вали отсюда! Здоровите. А чё, мы знакомы, что ли? Капитан Кот, Федеральной экспертной службы. Считай, познакомились. Фух, ну сейчас начнёте дерьмо всякое шить. Ты вчера во двор въезжал. Там женщину убили. Начинается. Да не при делах я там. Видел чего? Слышал. Два выстрела. Темно там было, и фонари не горели. А чего уехал? Да не хочу связываться ни с ментами, ни с бандитами. А этот видел? Ну, это у него сами спрашивайте. Ну, значит, буду считать это официальным разрешением на изъятие. Я ехать-то могу? О, езжай, пока. Я пробил телефоны Петковой и Авдеевой. Никаких пересечений друг другу не звонили. Общих друзей не имеют. Что-то общее между ними должно быть. Вот геоположение их телефонов за последние 5 дней. Они находились в зонах покрытия разных вышек. Хочешь сказать, что в Долгоозерске завелся Робин Гуд, ходит по городу с ружьем и наводит порядок? Очень на это похоже. Но в таком случае двумя убийствами дело не ограничится. В подмосковном Долгоозерске двумя выстрелами из ружья убит Артем Петков. Артем изнасиловал свою близкую знакомую Евгению Воронцову. Однако ему удалось уйти от ответственности. Вскоре неизвестный преступник расстреливает из ружья Маргариту Авдееву. Ранее Авдеева на своем автомобиле насмерть сбила 7-летнего ребенка. Тем не менее, суд признал ее невиновной. Во время убийства Маргариты к месту преступления подъезжал частный автомобиль. Сотрудники ФС надеются, что убийца попал в поле зрения видеорегистратора. Все, что на видеорегистраторе смотреть не имеет смысла. Давай сразу с момента, когда он въезжает во двор. Вот это похоже наш
Робин Гуд, и это явно не Дивеев. Чего-то герои не впечатляют размерами. А чем он, по-твоему, должен быть величиной с дом? Что он убирает в сумку? Плохо видно, мало света. По-моему, это ружье. Обрез ружья. Знаешь, что вот при желании можно увидеть и бластер, и меджедая. Ты слишком много смотришь телевизор. Сейчас. Да, слушаю. Еду. Еще один труп, как и следовало ожидать. Долгоозерский полурослик разбушевался. Опять два выстрела из ружья? В спину и в голову. Привычка вторая натура. А когда же он успокоится? Опять бессонная ночь. Брусникин Владимир Степанович, 18 лет. И что он натворил? Убил кого-то, изнасиловал? Нет. Тут дело в другом. Вон, глянь. Спайс? Да. Ваня, пробей, пожалуйста, сводки по Долгоозерску. Не погибал ли кто в последнее время от передозировки спайса или, ну, может быть, крышу у кого-то снесло? 3 месяца назад 16-летний Геннадий Кошкин из Долгоозерска покончил жизнь самоубийством. Что с ним случилось? Выпрыгнул в окно. Следствие считает, что он употреблял спайсы. Галлюцинации, мания, преследование. А как он связан со смертью Брусникина? Сейчас посмотрим. Мы получили одежду Кошкина. А вот как. В кармане его куртки то же самое вещество, что и в пакетиках застреленного. Последний убитый никак не связан с первыми двумя жертвами Робин Гуда полурослика. Что, из других патронов застрелили? Да нет, дробь та же. Я имею в виду, что они никак не пересекались, не созванивались, нигде не встречались. Тогда по какому принципу он выбирает жертву? Ну, или она выбирает. Ты давай, не темни. Просто по существу говори. Парень, который вышел в окно, обкуривший спайсами. Гена Кошкин. Да. Гена Кошкин, одноклассник Иры Воронцовой. Это сестра изнасилованной Евгении Воронцовой. Я Ирку с утра не видела, но она не могла никого убить. Мне показалось, что она боевая, эмоциональная. Вчера вечером Ира встречалась со своей подругой. Откуда вы знаете про подругу? Она мне сама рассказала. Вчера где-то вечером в кафешке тусовались. А как подругу зовут? Полина, кажется. Да, точно. Полина Никитина. Да, мы встречались. В том кафе куча камер, сами можете посмотреть. А вы в ее поведении чего нибудь странного не заметили? Ну, там, может быть, нервничала она? Да нет, она то веселая, то в слезы, как обдолбанная. Ну и что, она как-то свое поведение объясняла? Нет, подарила мне украшения свои, сережки, бусы, колечко вот подарила. И не жалко ей было с такой красотой расставаться? Да она сказала, мне теперь не нужно. Я подумала, Ирка в какую-то секту собралась вступать. Я установил геоположение мобильного телефона Ирины во время всех 3 убийств. Вот первое убийство. Здесь место преступления, здесь телефон Воронцовой. На первое убийство у нее алиби. Вот второе. Она была где-то рядом. А вот третье. Опять Воронцова далеко от места убийства. Я тут посмотрел описание раневых каналов. И вот что выяснил. Направления выстрелов отличаются. Ты же сам говорил, одна и та же дробь, одни и те же пули. Вот как стреляли во время первого и третьего убийства. Раневые каналы располагаются под небольшим углом, снизу вверх. А это значит, что злодей держал ружье вот так, у живота. А во время второго убийства?
Броневые каналы располагаются параллельно земле. Значит, стрелявший точно держал ружье возле плеча. И вот еще что. Первое и третье убийства были совершены с близкого расстояния, а вот второе убийство с расстояния в несколько метров. Вот из-за этого разброса дева еще прожила какое-то время, проползла несколько метров, а потом ее добили в затылок. Убийц было двое. Первое и третье убийство совершил один человек, а вот второе совершенно другой. Убийца был не маленький мужчина, а женщина средних размеров. У вашей сестры есть такая куртка? Да. Но она мне не нравится, она не выглядит как пацан, она редко ее надевает. А Ирина уходила из дома в ней? Нет. Она... Я не знаю, где она. Да вы не имеете права, это же обыск, да я буду жаловаться! Тихо. Позвольте. Вот это следы пороховых газов. Будет лучше, если ваша сестра сама придет к нам. Я не буду ничего говорить. Это в ее интересах. Ну, не будет же она всю жизнь бегать. У Ирины Воронцовой есть приятель Максим Смолин. Вот его страница в социальной сети. Может быть, она у него прячется? Максим, отключен телефон. Не надо ему звонить, надо ехать туда. Нет, эта девочка к нам точно домой не приходила. Ну, а потом бы я не позволила устроить вертеп из моего дома. Не слишком ли вы молоды, чтобы быть Максимом матерью? Я не мать, а мачеха. А у Макса мать умерла год назад от рака. Но там все было запущено, ужас какой-то. А что за ужас? А у нее рак мозга был. И она из-за этого с ума сошла. И там дело дошло до того, что она даже перестала ухаживать за собой. Ну, в общем, об этом мне Вадим рассказывал. А Вадим отец мальчика? Отчим. Но любит Макса он как своего родного. И он для него все-все-все делает. Самые дорогие подарки покупает. Вот сейчас Макс школу заканчивает, так он потом в Европу едет учиться. Здравствуйте. Лара, кто это? А это из полиции. Максом интересуется. Максом? Извините, а давайте выйдем на лестницу, поговорим. Вообще, с Максом в последнее время что-то неладное творится. Он как-то осунулся, есть перестал, на голову жалуется. Почему? Ну, говорит, что у него желудок болит, что тошнит его, руки немеют. Макс бил себе в голову, что тоже умрет от рака. У него действительно дурная наследственность. И мать умерла, и бабка, и тетка там какая-то. Но он вообще проверялся, ходил к врачу? Да, это было бесполезно. Он говорил, что он не хочет такой же смерти, как у матери, что он не будет болеть. Не хочет, чтобы болезнь сделала его идиотом. Вот посмотрите, вы из этих людей кого-нибудь знаете? Вот. Нет. Хотя... эту женщину я знаю. Она сбила сына нашего соседа по даче. Федю Дивеева? Да-да. Мы тогда в суд ходили, просили, чтобы ее не отпускали, но это все было бесполезно. Вы думаете, у Максима рак? Я знаю. Дело в том, что я его сама отправила в нашу поликлинику на обследование. Но там у нас очень хорошие специалисты, и там его мать лечили. И что? Мужу я не говорила, пока все ясно не станет окончательно.
Ну, а Макса я отправила в другую клинику, чтобы там все перепроверили. Результаты пришли? Мне он, по крайней мере, ничего не рассказывал. Но вы знаете, он в последнее время какой-то другой стал. Да вот, буквально вчера он пришел домой и помыл свои ботинки. До этого он ни разу этого не делал, сколько я с ним не билась. А ботинки где? Он ушел в них. А чем он их мыл? Тряпкой. Ну, тряпка есть? Ну, конечно. Принесите. Сейчас. Пожалуйста. Похоже, кровь. Кровь на тряпке принадлежит Владимиру Брусники, но это третий застреленный продавец спайсов. Получается, Максим убивает тех, о ком говорит Ирина. А Ирина застрелила женщину, на которую указал Максим. Я только не понимаю, зачем молодым людям эта игра в Робин Гудов? В компьютере Максима Смольного есть электронные письма из поликлиники и из медицинского центра. Покажи-ка. А что означают эти цифры? У Максима в голове нашли злокачественную опухоль. Знаете, чем Смолин занимался каждый день? Искал, как в интернете купить сильнодействующее снотворное. Погодите, он же говорил, что не хочет умирать мучительно долго, как его мать. Похоже, он готовится к самоубийству. Теперь ясен мотив убийств. Максим решил перед смертью уничтожить несколько злодеев. А при чем здесь Ирина? Боюсь, она решила последовать за ним. Самоубийца? Она что, дура, что ли? Тихо, ты что, никогда не слышала о большой любви? Когда без другого человека просто жить невозможно. Ирина сказала на курсах, что не собирается сдавать ЕГЭ. А потом подарила подруге свои лучшие украшения. Не самые дешевые, между прочим. Ее поступки говорили лучше ее слов. Только вот мы их не понимали. Задним умом мы все сильны. Николай Петрович, звонила мачеха Максима. Говорит, что он спер у нее банковскую карту. И? 3 часа назад по этой карте куплено шампанское за 9000 рублей. Подростки решили красиво отметить свой последний вечер. Да мало того, час назад этой картой оплачен номер в отеле Plaza Universe. Черт. Адрес возьмите. Успеет. Все. Костя, а парень жив. Давай скорую. Ну что, Борь? Девушка умерла от передозировки снотворным. А почему парень выжил? Похоже, его вырвало. Желудок просто не принял такую дозу. Кстати, как он там? Жить будет. Я, когда делал ему искусственное дыхание, обратил внимание, что у него изо рта пахло чесноком. Странный продукт при последнем-то свидании. А может так пахнуть болезнь? Ну, скорее, похоже на отравление мышьяком. А какие симптомы при этом? Ну, тошнота, рвота, изменение цвета кожи. Все это при желании можно принять за симптомы рака. Я не разбираюсь в диагнозах, но я понимаю в компьютерах. Оба письма Максиму Смолину были отправлены из одного места. О каких письмах ты говоришь? Из поликлиники. И из медицинского центра. Оба посланы с бесплатного Wi-Fi в торговом центре. Письма поддельные, что ли? Я точно не знаю, но результаты всех анализов совпадают. Разве так может быть? Все параметры одинаковы. Похоже, Максима пытались убедить, что у него рак. Ваш пасынок здоров. У Максима рака нет. Как же анализы? Он ведь в двух клиниках обследовался. Все анализы присылала ему ваша супруга, а у нее работает знакомая медсестра в клинике, она и подменяла результаты. Этими таблетками Лариса Сергеевна поила Максима. Все вместе они вызывают симптомы, похожие на те, которые бывают при раке мозга.
Это правда? Таблетки, найденные в тайнике в вашей квартире. На коробках и пузырьках отпечатки пальцев вашей жены. Я поясню. Максим много раз говорил, что не хочет такой же смерти, как у матери. Если с ним случится подобное, он покончит жизнь самоубийством. Вот, собственно, Лариса Сергеевна и доводила его до самоубийства. Максим должен был умереть в любом случае. Лариса Сергеевна ежедневно травила его малыми дозами мышьяка. Мы с Ирой решили уйти красиво. Замочить перед смертью пару ублюдков. Почему таблетки? Ружье быстрее, с гарантией. Ира сказала, что от выстрелов лица становятся страшными. Ну ладно, ты решил, что помираешь. Тебе все равно. Девку-то зачем за собой потащил? Я ее отговаривал. Очень долго. Она сама захотела. Вы просто не знаете, что такое любовь. А, любовь. Ирина умерла. А ты будешь жить. Рака у тебя нет. Не может быть. Твоя мачеха посчитала, что они тратят на тебя слишком много денег. Она подменила все анализы. Ты практически здоров. Ну, а на зоне тебя вылечит окончательно. Зачем вы меня спасли? Кто вас просил? Зачем вы это сделали?